Ноутбук Acer Aspire V5. Состояние достаточно хорошее. Имеются, конечно, следы эксплуатации. Небольшие потертости, царапины. Дисплей без битых пикселей. Все хорошо. Зарядку держит. Вот, видеокарта у него стоит GT620M на гигабайт. Сейчас мы посмотрим еще характеристики. Клавиатура и мышь, разумеется, работают. Вернее, трекпад работает. Вот я вожу по экрану. Жесткий диск 500 гигов, из которых 465 он показывает. Так, 4 гигабайта оперативной памяти. i3 третьего поколения 1.8. Ну, вполне хорошая рабочая машинка. Данный аппарат вы можете заказать через наш сайт, либо приехать на наш филиал. Проспект Просвещения, 87, магазин Победа.